Привет, друзья! Нередко человек, чья деятельность предполагает использование компьютера, в конце дня замечает, что острота его зрения ослабла, ему тяжело быстро перемещать взгляд на предметы, порой возникают чувства жжения и попадания в глаза инородного тела. Это первые симптомы компьютерного зрительного синдрома. Чтобы неприятные ощущения перестали мешать привычному образу жизни, можно обратить внимание на любопытное народное средство – маска для уставших глаз. Плюс данной маски в том, что эффект от нее можно почувствовать очень быстро, а готовится она без особого труда и больших затрат по времени. Все, что понадобится, это 1 столовая ложка тертого сырого картофеля или картофельного крахмала, жирные сливки 2 чайные ложки и 2 пакетика обычного черного чая. Приготовление. Чайные пакетики обдают кипятком и ставят на некоторое время в морозилку, чтобы они остыли, но не замерзли. В это время картофель смешивают со сливками и наносят на нижние веки, а сверху на закрытые глаза кладут остывшие чайные пакетики. Лежат так 15-20 минут, после чего смывают маску холодной водой и увлажняют кожу вокруг глаз при помощи крема. Это средство быстро помогает при усталости, воспалении глаз, снимает отечность век. Надеюсь, вы услышали что-то полезное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим видео с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!